Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаем наш разговор о Юрии Васильевиче Шатунове. Этот фильм посвящен вам, вашим комментариям. Вернее, одному комментарию, в котором находятся прекрасные стихи. Я решила сделать отдельный ролик, чтобы это не потерялось в общей массе информации. «Осколки льда памяти Юры Шатунова». Я хочу сделать именно этот ролик, зафиксировать его как авторское право. Прислала некая Сабина Сухи или Саха, я не знаю, Сабина Саха, наверное. Это стихи под песню, может быть, кто-то напишет музыку, может как-то свяжется с этой Сабиной Саха, потому что тех прилипал, которые крутились вокруг Юрия, которые сейчас завладели его информационной творческой собственностью, могут украсть его песни. Понимаете, все в лапах этих преступников, которые совершили над ним это. Все у них в лапах. Все доступы к его компьютеру, к его телефону, к его песням, к его наработкам. Он готовил альбом, у него там было много почти готовых, около 200, говорят, песен ненаписанных. Они могут все украсть, все присвоить себе авторское право. И дальше стричь деньги, продолжать уже на мертвом Шатунове зарабатывать. У них нету никакой совести, даже не ждите от них. Вот некоторые, как так можно? У них можно, они давно все продали, всю свою душу продали. Они даже, знаете, они получают некое такое удовольствие садистское, когда они мучают такого светлого человека, когда они воруют у него. Они испытывают в этом смысле гордость за самих себя. У них совсем другой менталитет. У тех, кто продал душу сатанистам, у них совсем другой менталитет, нежели у обычного простого человека, у которого есть совесть. Такое понятие, как совесть. Для них понятие совесть — это значит лох, которого надо иметь и доить. Они реально так считают. Понимаете? Реально. Это их такая психология. Поэтому я хочу зачитать эти стихи, чтобы они остались именно, прозвучали в инфополе, чтобы ни одна сволочь их не украла. Итак, «Осколки льда памяти Юры Шатунова». От сердца отлетят осколки льда, не в лютый холод, в знойную погоду. Оно так раскалилось до бела, а я лечу уже по небосводу. Закрыта дверь, сломался ключ в замке, забвение, как предательство и пошлость. Я расстаюсь сегодня налегке, я не жалею ни о чем и все оставлю в прошлом. Как раненая птица я лечу, взмахну крылом и воздуха побольше вдохну последний раз и промолчу, и задержусь над бездною подольше. Отпускаю навсегда, пусть что-то в жизни не сложилось, пролетая сквозь года, жалею лишь о том, что не свершилось. От белых роз уйду в седую ночь, от ярких красок солнечного лета, от глупых слов, от них уйду я прочь, оставив вам, друзья, все это. Оставлю вам любовь и красоту, немного грусти, солнце и рассветы, и яркий вечер розовый в цветах, в больших цветах, и лишь один вопрос: а лето цвета неба, где ты? Как раненая птица я лечу, взмахну крылом и воздуха побольше вдохну в последний раз и промолчу, и задержусь над бездною подольше. Благодарю за такие прекрасные стихи, благодарю за этот комментарий. Напишите обязательно песню, и пусть светлые, чистые люди исполнят ее. Народная любовь крепнет к Юре, народная память не угасить никаким сволочам этим сатанистам. Да будет так, слово твердо.